Здравствуйте, Железнодорожная компания GFK. Сыграли на счет 1-1. Была напряженная игра, равные силы были. Мы первые забили, но не смогли удержать. У нас травмировался наш капитан, лучший игрок Женя. Пришлось играть, стоять без него. Ну, пропустили. Ну ничего, тоже нормальный результат. Мы заняли 4-е место. Это нормально. Хотя хотелось в тройку попасть, но ничего, успешно.